Хейо, гайс, мышмаки, мы продолжаем пройти группу на зоне узурпатор. О, да, это жестко, это жестко. Нам нужны, во-первых, души. Мне нужно понять вообще, где мы сокращение пути открыли. И стоит ли использовать мне этот меч? Тоже вопрос. Вопрос очень серьезный на засыпку. Я не понял, почему тут мимик появился. Так, ладно, мы там наверху открыли проход, поэтому идем наверх. Я вот пули тоже получаю, но у меня нету пистолета. Либо что-то похоже на это. Мана, тянешь сильный. Давай, давай. Снова сломаем кристалл. Глядим наверх, там, где меня убили эти чубрики. Ну, вам почти убили. Ай. Более чем. Я же вовремя нажимаю. Ладно, не вовремя. Огромный меч, да? Да. Мне нужно сюда идти. Я ж не зашел. Я ж ведь еще не зашел. Нормально? Ладно, хорошо. Отлично. Вот что это? А что я должен был делать? Я не пойму, а что я должен был делать? Вот в этот момент, что я должен был делать? Я не понимаю. Я не понял. Чё-то не врубился. Чё-то нихера не понял. Зачем так сложно? Зачем так сложно? Я хотел этот ролл заюзать, но ладно. Так и должны быть у тебя лаги. Я думаю, нет. Не должны. О,
Боже. Давайте пробовать. Ну ладно. Ой. Я понял, как его убивать. Но все равно такое. Специфическая. Специфическая игра. То есть. Понятно, что нужно блокаться. И непонятно, что нужно блокаться. Такое себе двоякое чувство. Двоякое чувство. Мне дают пистолет, но я не знаю, зачем мне пули для пистолета, а стрелы, если я их не юзаю. Радиус я тоже приугадывать не могу. Ладненько, готово. Так, а почему на меня здесь эти двое напали? Ай. Все? А, так все. Так, подожди, у вас ХП остается к тем, которые было? Окей. А как мне использовать то, что ты дал? Что это значит? Ring on Yang. Вот что это ring? Ring. Это кольцо что-то Yang. Так, дамаг, intro volume. Reveal to the rake. Name you animals English. Intro English. Что? Что вообще происходит? Блять. Intro English. Ладно, посрать, погнали. Бац, убил тебя. Там наверху их сундук хочу забрать. А теперь осталось вернуться обратным. Целости сохранности. Возвращаемся в целости сохранности. Ага, а я помню. Так. Сейчас нужно очень осторожно вернуться обратно.
готово. И стрела плюс. Я не понимаю, почему враги восстановились? Или я бегу уже не в ту сторону? Так, подожди, мы сначала поднимались, так? Или мы сначала в эту сторону шли? Не, мы сначала в эту сторону. Почему враги восстановились? Ни одно хп. Но у меня 20к. Одно хп, но 20к. Ладно. Да, все правильно иду. Я иду правильным путем. Готово. Ух, сохраняемся. Level up. Ага, Виапон скейлинг. Увеличит урон оружия, да? Так, больше не мам. Хорошо. Хорошо. Даем. У тебя что-то есть? Я не знаю, что дает колечко вот это. И что дает она. Можно понять, что оно, что это хотя бы дает? А то я трачу столько бабла туда. Окажется, что это вообще не нужно. Так, хорошо, у меня есть колечко. У меня есть колечко, реликвия. Не знаю, зачем они. Какой шанс того, что если я упаду, я пропаду? Я думаю, большой. Но мне все равно мысли, куда идти, пропадают. Типа, да, мы получили кольцо, ну давайте сохранюсь. Если что, могу с сохранения начать, ну типа выйти заново. Все равно не понимаю, но я убил босса, окей. Я одел шмотки. А, подождите, аж... Это я наоборот выключил. А куда идти? А, хлопцы, помогите, куда идти? Так, сейчас кошку выпущу. Ну, я, в принципе, дальше уже не знаю, куда идти. Нам только в левую сторону можно пойти. Но видно, что они тут восстанавливают храм. А, всего лишь на плюс 3 урона? На плюс камешек. Ой. И что? Ну, типа, и прилез я куда-то, непонятно. Я знаю, куда еще можно сходить. Ну, скорее всего, мы там просто проход открывали. И это не оно.
попробовать можно, погнали. Не помню только в какую сторону. Давайте в эту тогда сбегаем. Блин, а где там ХП прокачивается? Я лучше бы ХП вкачал. Я бы лучше ХП вкачал. С такими успехами. Ну тут понятно, что постоянно будут эти демоны. Постоянно будут здесь эти демоны. На них хотя бы стрелы можно фармить. Эти монстры ваншотятся. Так, здесь у нас была карета. Ну все. Значит, нам сюда. Так, плюс еще один. Чё? И что? Короче, что-то я не понимаю. Атака, джамп, shift, defined кнопка. Телепорт карты. Fly, Q. Use, использование, E. Инвентарь, карта, команда. Hold, attack. И что? Контур, телепорт. Что-то не работает. Что-то малёха не пашет. Помахти. Да было видно, что мимик. Зубы видны. Я не врубаюсь, алло. Я просто не врубаюсь, куда мне идти. Спрятался он. Ладно, плевать. А вот сейчас он меня мог грохнуть. Я типа, если хочу второй раз, да, с ним сразиться? А если я не хочу? Long go. А, печать упала. У меня теперь просто ХП мало. Тут сейчас такой вот неприятный конфуций идет. Хера себе. Ой, сохранить игру. Все, отлично. Level up. Давайте я чекну. Да. Что я вкачал?
Обожаю эту игру. Eld. Determined, known from above, impossible to refold. Starts 30, and you играют in about 90. Ну, сила, ладно, стронг. Интеллект. Может, интеллект нужно было вкачать. Нужно было, короче, будем в интеллект играть с вами и в этот. Что здесь слишком сложно. Вау. Ну, этим нужно много ударов. Рано. Ни хрена. Так, Монати. Дело в том, что я не знаю, куда мне идти. А, так мне, видите, нужно маленьким становиться здесь очень. Окей. Ну, короче, у меня два варианта было, либо вниз, либо сюда. А как сделать себя перевертышем? Ну, побежали обратно. А, да, видите, он, короче, автоматом меня заполняет определенное количество. Так, ладно, поднимаемся. Вон оно что. Непонятные роботы, которые превращаются в бомбу. Прикольно. Но это, я не знаю, какая-то, блин, научная херня. Да, это можно назвать только так. Научная херня. Так, у нас две сферы для апа, которые нам необходимы. Вижу ловушку. Ну, типа, понятно, что это платформер. Окей, пока попью воды, пока он приедет. Можешь гоу сейчас чисто в правую сторону. А чисто наверх. Но они хотя бы немного наносят. А, короче, там сначала она попадает в нас, ну типа цепляется, потом она типа начинает вращаться. Хорошо. О, убьем этого гиганта.
Ага. Отлично. Я сюда шел, чтобы понять, что я потом получу способность, походу, прыгать от стенки к стенке. Так ведь? Так ведь. Хорошо. Я запомнил это. Серьезно? Как же сложно. Ну как, не сложно, а долго. Ладно, космос, так уж и быть. Но я мог, походу, еще наверх, да, пойти? По варианту. Хотя не. Так, там рыба. Тут у нас рыба. Тут тоже у нас рыба. Я пока что только сюда могу идти. Я не... Не упаду ли я? Упал. Я упал. Здесь что-то у нас мощное, походу. А, я на щупальце упал. Блядь, там рычаг был. Там все время был рычаг. Круто. Найс. Все время там был рычаг. Офигеть. Офигеть. Я мог просто сократить себе путь. Но нет, нет, нет. Какое сокращение пути? Ты о чем? Мы сделаем все сложнее и просто пойдем напрямую. Ну, так мы и сделали, в принципе. В принципе, так мы и поступили. Я просрался. Я сейчас очень сильно просрался. Насчет этого момента. Да уж, да уж. А теперь поехали. И пипец, я, конечно, тупанул. Как так можно было тупануть? Окей. Поехали. Так, ну нам, в принципе, только сюда. И что тут было?
Какая-то книга. И что она дает? Вот что она дает. А в принципе я вам говорил, что у нас будет способность лазить по стенам. Вот она и есть. Походу у нас еще будет способность летать. Потому что я это достать не могу, но я пойду сейчас за тем, что находится тут. Оп. Изи. Смотрим. А, это магическое. Не, ну смотрите, здесь 40, но 120. Это нам маленькое. А ну-ка, четвертый слот. Не. Я лучше свою буду юзать палку. Так, плюс еще один. Сука. Так, еще здесь можно забраться. Или нет? Так, ну я могу, в принципе, на ту сторону попасть. Я могу к рыбе на ту сторону попасть. В принципе. Ага. Фиг там. Блин, он цепляется очень быстро к стене. А, так тут не было этой. Блять, я думал, тут стенка. Так, у меня мало хп. Если подыхать, тогда лучше вниз сам падать. И сдыхать там. А, видите, а там я бы не залез. Туда бы я не залез. Так, еще камень. Там был еще сундук. Ну, видите, там нужно как бы превращаться во что-то маленькое очень, потому что уже это третье место, где сундук находится за стенкой, где очень тонкая херь. Поехали. Да ладно. Серьезно? Это то же самое место? А, я понял, куда нам теперь надо. Нам там, знаете, куда нужно? Только я должен сначала сходить, сохраниться. Блин, мне нужно найти, что отвечает за... предмет, который... Блин, ну, способность вот эта, которая отвечает за то, чтобы... Я юзал другие вещи. Зашел в фрезы. Зато. Ой. Хорошо, что не атаковал. Короче, где льдина с левой стороны в городе, там было... Куда можно залазить было. Там где еще эта балка, как это валяется. Ладно, давайте сохранимся. Я думаю, на этом мы закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Давайте, наверное, посмотрю, что это такое. Давай... А, интеллект, да, кажется, у нас, я говорил. Ну-ка. Так.
Декс. Деф. Ну, деф это защита. Крады. Максимум гард поинтов. Мой гард поинт это оно есть. Найс. Ладно, давайте поэтому закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.